Что ты здесь делаешь? Иткирка меня до срока в могилу сведет. Ой, будь тут мой перегонный куб. Как же с ним проще? Выпарил, подлил, получил смесь, и потом ба-бах! И путь в шахту открыт. Где найти твой перегонный куб? В моем жилище, старом тоннеле. Но сейчас у меня не хватает духу туда соваться. Вокруг входа шныряют дикие твари. Ха-ха. Я тут вот о чем подумал. Может, ты за меня сходишь? Я принесу тебе перегонный куб. Ну, вообще-то, один куб я уже нашел. Может, он пригодится? Дай посмотреть. Вот. Это же мой перегонный куб. Так, забирай. Главное, чтобы он помог расчистить проход в шахту. Выпарить, смешать, но не взбалтывать и... Бэ-бэх! Скоро вход будет открыт. Так, смесь охлаждена и готова. Теперь я... О, прости, я проделал всю увлекательную работу, а ты скучал. Вот, держи и подорви завал. Ну чего, как дела? Не-не-не. Мне бы хотелось побыть одному. Не-не-не. Ну чего, как дела? Ну чего, как дела?
чего там еще? Ну, ты нашел железные грибы? Вот твои железные грибы. А, вот и славно. Вот и хорошо. Теперь подмешаем их в медовуху. Вот так. Полдела сделано. Бери бочонок и ступай к мордоворотам у разбойничьего лагеря. Попроси дозволения пройти по мосту. Спорю на что хошь, они просто отнимут медовуху и нахлебаются. И что потом? Обожди, пока грибочки не дадут о себе знать. Разбойнички станут податливыми, как воск. Тут уж не зевай, скажи им открыть ворота. Ну а потом зайди в разбойничий лагерь и не дай Дартану с дружками очухаться. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Не верьте им. Не верьте ни единому их слову. Просто невероятно. А правящие верхушки не дочеп... Поговоришь?
Ты, похоже, мужик сильный и крепкий, с привычкой брать свое силой, а не головой. Будешь задирать сильных людей и дальше, останешься вообще без головы. Что надо? О, приношу свои извинения. Шибко умный помощник мне сейчас как раз даром не сдался, а вот сильный — другое дело. Чёртовы гоблины. А что гоблины? Эти проклятые отродья повадились шляться по моему лугу и харчить травы. Ты можешь мне помочь? А ты что тут делаешь? Да вот, травки собираю. Не желаешь? Свежесобранные в самом соку. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Ты только покажи, в какой стороне луг, а там я быстро с гоблинами расправлюсь. Он прямо к северу отсюда, совсем недалеко.